Сегодня талантливые школьники, завтра будущее страны. Во Дворце молодежи прошел финал регионального конкурса «Лидер 21 века». За победу боролись 10 ребят из 9 районов области. Как говорят организаторы, этот конкурс своего рода олимпиады в социальной сфере. Все ребята состоят в общественных организациях, участвуют в волонтерском движении, реализуют собственные проекты. Инициативы по улучшению экологической обстановки, патриотическое воспитание, школьные типографии. Им нравится собирать вокруг себя единомышленников, делиться знаниями, вести за собой. Чем отличается лидер 21 века? Это тем, что, наверное, наш мир и наше общество не стоит на месте и все время развивается. Это технические какие-то процессы, информационные процессы. А лидер должен, как я сказала, лидер должен обладать настойчивостью, упорностью, ну и умением вести за собой. Жюри будет обращать внимание, конечно, на организаторские способности ребят, на коммуникативные навыки, на то, как активно уже включены они в деятельность, на личный вклад их в то дело, которое они получат. Школьникам предстоит справиться с тремя испытаниями, провести творческую презентацию, защитить свой социальный проект и пройти квест «Я и команда». Победитель станет обладателем премии губернатора.